Всем привет, с вами канал Сет. И сегодня мы будем делать реакцию на новую песню Rammstein Sein Kommt. К моему удивлению, это, наверное, самое лучшее, что происходило в этом году. Честно, я думал, что Rammstein больше не выпустит этого трека, что типа они за спокойно зашел, когда они выпустили альбом в 2019 году, спустя 10 лет, что думал, что все. Даже уверен, что многие думают, что после альбома Rammstein все. Но нет, но Rammstein решили нас сегодня удивить. Они 2 дня назад опубликовали в Инсте публикацию, что выходит через 2 дня, вот сегодня, новая песня. Что ж, давайте приступим к реакции песни, а потом сделаем какие-нибудь выводы после этой песни. Все. Песня.
ребята, ну, только что посмотрели новый клип «Рамштайн». Очень красивая, крутенькая песня. Ну, это в стиле «Рамштайн». «Рамштайн» иногда такие песни пели. Но чтобы сразу с первого сингла, с нового альбома, эту грустную песню, это прям для меня это впервые слышу, впервые вообще вижу такое. Очень красивая, грустная песня. Но «Рамштайн» иногда такие песни пели. Как вспомните песню «Огненный дичь», но я оставлять его не буду, что за них авторские права очень жестко блочат, или что не делять, если будет картинка вместо клипа, то что Заров очень сильно блочат, что ж, вот. Ну, только я не ожидал, что с красивой песни начнут новую песню с нового альбома. А когда он выйдет, и когда будет, и будет вообще альбом, мы это не знаем. Все узнаем потом от них. Ну что ж, ребята, ну, только что посмотрели мою реакцию, клип. Спасибо, что вы смотрите меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я с вами прощаюсь. Всем пока.